Еще в 6 часов вечера у них включается такси. Так что проще после 6 вечера, если поднимается цена, что в такси цена, то такая же будет и на тук-туке такая же цена, аналогичная. Проще тогда уже после 6 вечера ехать уже на такси. Вот это возле нашего отеля. Когда-то я у своей тещи видел фотообои на стене, и они мне как бы напомнили вот это. И когда я туда приехал, я увидел знакомое, то, что я уже когда-то у нее видел.